Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Лего Star Wars. Так, дай-ка я зайду к своим. Так, 8-й, 4-й. Блин, тут надо что-то убирать. Тут явно надо что-то убирать. И, возможно, я уберу вот эту вот. Поставим, наверное, вот так вот. Мне кажется, так будет лучше. И хотел я, наверное, убрать вот этих чудиков. Вот так вот. Нормально? Вроде бы да. Так, а за светлых у нас что? Вот это уберем, наверное, поставим. А что тут лучше поставить-то? Ну, обратно поставим, наверное. Мне не понравились вот эти мелкие, ребят. Что-то их там быстро как-то разбирают. Поехали. Посмотрим, что у нас получится. Начать. За кого дадут нам поиграть? Я тебе еще раз скажу, что в эту игру сложнее играть, чем в Трансформеры. Ну, по крайней мере, для меня. Тут как-то непредсказуемо. Или я просто не могу понять принцип. Вроде бы как бы все нормально, и в то же время нифига не нормально. Возьмем. Возьмем. Налево. Давай, фиг ли нам делать. Так у него джина, девятый. У этого джеда, ё-моё, скажи, я скажу. Нормально? Это-то еще что за чучело тут вылезло? Так, нам нужно базу эту сносить ему. Снесем ли мы? Не успели, да, получается? Слушай, он заколебал. Мне уже базу снесли. Вы что, серьезно, что ли? Как он, друзья мои, такой расклад, а? Ну давай, 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 базу-то. Смотри, 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 высадку делает. Нельзя строить. Твою налево, куда ты пошел-то? Да останови ты этого. Бой окончен, мы победили. Фух. Это было жестко. Он всю высадку хотел сделать на мою базу и бомбил ее там периодически. Как ты видишь, музыка вся отключена в игре, ребят, потому что она под авторскими правами, да. Из фильма, ё-моё. Ее нельзя здесь, чтобы она звучала. Поэтому кажется немножко так скучновато, грустновато. Так, что мы тут получаем? Угу, давай открывать. Командос. Дальше. Огненная башня. Окей, поехали далее. Так, монетки, шипы их тут называют.
Можем прокачать. Это уже хорошо, ребят, это уже радует. Самый быстрый юнит в игре. И причем самый разрушительный именно по базам. Он может только их бомбить. Подбегает и начинает их атаковать. Ну что за фризы опять пошли? Ё-моё, я смотрю просто на монитор. У меня-то здесь все норм. Прокачиваем. Урон. Окей. Так, заряженный урон и урон в секунду. Вот такой он. Таун-таун. Ну что, поехали дальше. Скоро усиление мы накопим и сможем с тобой открыть еще один пак. Вот эти вот иногда, ребята, фризы. Ну, правильно, я знаю, это связано с Wi-Fi. Вроде Wi-Fi стабильный, а почему-то передается вот так вот паршивенько. Yes, sir. Так. Пуринги, да, эти? Такой самый умный, да? Воу-воу-воу-воу. Ну-ка, накажи его. Фигам там жучары. Воу-воу-воу, ребят, побежала лягушка. Ай-яй-яй. Ну, бомбит его, блин. Что там делать, не пойму. Ага, моего там мучил. Так, что бы тут лучше сделать? Снайпера, наверное, вызвать. Добил, добил, молодец. Доехать ты не доедешь до базы, это гарантирую просто. Так, им, видимо, надо будет помогать сейчас. Держу кнопку. Есть. В сухенькую, да? Да, ребята, в сухенькую мы его тут чпокнули, нормально. Так, ну что, открываем и начинаем забирать наши награды. Так, штурмовики. Так, бомбардировщик. Шипы. Так, огненная башня. И боевые дроиды. Боевые дроиды нормальный, но вот если в них полетит какая-нибудь бомбочка, граната, ребята, ему сразу хана. Так. Давай разблокировку поставим с тобой. И в следующий бой. Конечно, ребята, следующий поединок. Начать. Вот иногда, вот как говорю, невезуха нападет. Вот здесь вот чуваку, например, ну не повезло. Просто вот его армию разнесли, и все, у него не хватило энергии, чтобы кого-то призвать. И в этот момент мы просто разбомбили базу. Поверь, у меня такое 1000 раз было. Особенно если уровень еще у противника выше, чем у тебя. Такс. Ну давай для начала позовем огнеметчика. Вот видишь, что вытворяет. Видишь, как он делает. Ну что там за зафризил это все. А летучего не надо, блин, валить-то. Идут они там, довольные, блин.
Ой, дурики. Что я могу сказать? Дурики, они в Африке дурики. Давай, выходи, жги их тут. А чего он там такой сделал? Ты извини меня. Ну-ка. Вот, ребята, вот вам элементарный пример. И еще произошло. Вот так вот. От моей базы там почти нифига не осталось по здоровью именно. Ну... Этот издалека бомбит, а моя башня не видит, да? Что там происходит? Идиотизм. Просто идиотизм, самый настоящий, ребят. Это по-другому не назвать, блин. Да ты заколебал, ты! Все, базе хана сейчас будет, ребят. Мне строить нельзя, все. Вот так вот это происходит. Тоже меня в сухую. И знаешь, где мы потеряли преимущество? Когда он призвал этого охламона, Йоду, с какими-то там, я не знаю, кто там у него, поринги, по-моему, порингов он позвал, и поставил вокруг них защиту, вот эту ауру защитную. И все. И все, друзья мои, он просто включил ауру, и вся моя армия там сдулась, и он начал бомбить. Вот так вот. А у тебя, чтобы выпала такая комбинация, да ты фиг ее дождешься, блин. А если даже и выпадет, чтобы они шли ровно, потому что он только в своем пределе может ауру ставить. Если чуть-чуть подальше отряд будет, все, эта аура не действует. Вот так вот. Это вот хорошо, что... Сейчас его начнут разбирать, ребят. И что делает? Погнали. Он базу начинает отстраивать. Понятное дело. Вот как он сразу две башни, ребят, влепил? Можете мне это объяснить? Две сразу. Я одну не могу поставить, а он две сразу влепил. Так, ну этого снайпера мы сейчас чпокнем. Так, у него еще здесь такая башня. Уничтожил, молодец, красавчик. А где он? Куда он делся-то? Эй! Трындец. Еще вытворяет. Ну, жарь ты его, ё-моё. Там у вас не фризит на экране, ничего. Все отлично, все хорошо. Так, у меня базы-то тут нету. Стою там, радуюсь. Рейнджер. Куда? Вот так вот. Какая же ты слабая, а? База. Погнали. Джедаем там. Давай, поринги, выходим. Девять, десять, восемь, семь. Посмотрим сейчас, что у нас из этого получится. Есть. Щух.
Да, жалко, конечно, что главную базу не завалили. Ну ладно. Так, что там у нас? А это что такое? Разблокирован. 12 часов. Ничего себе, ребята. Получили какую-то награду суперскую. 1200. Нужно 1300, ёк, макарёк. Получить. О, эвоки. Двигаемся дальше, ребят. Двигаемся дальше. Смотрим. Тут просто иногда просто даже комментировать не успеваешь, ребят. Так напряженно все это. Ты сидишь вроде думаешь, это взять или это, и ты не можешь думать и одновременно сразу говорить. Поэтому это уже просто там про себя гоняешь. Ну и чего? Ну давай я вот так вот сделаю. Допустим. Ты смотри, что творит, а? Да это там бесполезно. Что он там, джедаев что ли позвал? Джедаев позвал? Давай, 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 жги его, он сейчас. Еще вытворяет. А кто подбил? Я офигею, ребят. Давай-ка мы, наверное, тоже с тобой вызовем. И чё? Опять? Опять бегуна вызвал, да? Ну, давай, наказывай его. Успел? Этот пока... Стрелок ворошиловский, блин. Фигли, сейчас тебя взорвут просто-напросто. Черт, твои бабушки. Где те самые, которые мне нужны? Ну где? Да нигде, ё-моё. Фига, они тут вдвоем сейчас вот тут. Слушай, он запарил уже, а? Зашибись, нельзя строить. Нормально? Куда ты? Давай, 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 ребята, прожимаем. Есть! Все, ребят, преимущество за нами. О, какой за нами у нас? Стоп, 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 стоп. Так, что там у нас? Теперь кто, как говорится, быстрее разнесет, что ли, я так понимаю, да? Да ты посмотри, а! Мелкий еще гунька бежит. Че, ничья, что ли? Походу, ничья, друзья мои, да? Зенна лев вшивый, а? Так, погнали. Ничья меня не устраивает. Я должен здесь с победушкой. Наконец-то мы отомстим джедаем. Наконец-то. Булсей какой-то, булсей. Ты сейчас серьезно? Вот так вот прям с... Еще и базу здесь поставил? Да ладно.
Фига ты! Парень, ты слишком много о себе думаешь. Как по мне. Ну, не думаешь, а слишком большого о себе мнения. Так бы я это сказал бы. Ага, ага. Бежит, бежит. Давай глушить. И этот идет там. Такс. Пулеметчик. Мы начинаем базу бомбить. Слушай, ты вот объясни мне, ты... Молодец, хотя бы так сделал. Промахнулся, голодранец. Так, а он базу не строит, ребята, он экономит. Как я погляжу. Я не пойму, вот эта вот база, что она делает? Кто там у него? Скайуокер, что ли? Ну и куда ты пошел? Ну ты же видишь, что базу бомбят. Ну ё-моё, стоит там, сопли греет. Я не пойму. Нормально? Да. У меня там что, этот один в жало пошел, что ли, бомбашить базу? Они встряли тут, прикинь. Yes, sir. Какая мгновенная смерть. Эй, 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 эй. Все, мы выиграли. У него базы не было. Хмырёныш мелкий. Да-да, мы победили, друзья. Мы здесь победили. Фух. Да, здесь намного сложнее, друзья. Намного сложнее, чем в трансформерах. Так, что у нас? Прокачка? А кто хочет прокачаться? А, эвоки. Ну, давай прокачаем их. Довольные партизаны невидимого фронта. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, сегодня закончим. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!